42-м году мы были сбиты. Я и мой стрелок, Костя Степанов, выпрыгнули с парашютами. И такой же мессер с черной ладьей расстрелял Костю в воздухе. Все. Вот, товарищи летчики, прошу любить и жаловать. Боевой истребитель под условным названием «Кречет». Через 3 часа самолеты должны вылететь на фронт для проведения очень важных испытаний. Вот, она полетит. Здравия желаю. Старший лейтенант Петрова. Серьезная подруга, я бы с такой полетал. Но, видимо, Лехе достанется. Приехала, к бабочке попорхала. Разрушила чужое счастье. А как мне потом с этим жить? Просто ты смотри там за ним. Он же бешеный. Смерть ищет. Почему ты меня не собираешь? Я для этого все делаю. Отца ведь. Все-все для победы, понимаешь? И ты тут личные счеты решила сводить? Здесь каждый кого-то потерял, и каждый перед кем-то в ответе. Если немцы знают про Кречет, они ни перед чем не остановятся, чтобы его захватить. Ответа! Дрозд, как слышно? Дрозд, я его сбила! Я должна летать, ты слышишь? Ты же не думаешь о себе. Я о себе говорю, не думаешь. О машине тем более, и о людях тоже. Ты там смотри, старайся хорошо. Мы там все очень стараемся.